Всем привет, меня зовут Егор Шкрит, и сегодня мы снимаем офигенное видео, которое должно тебе понравиться. Да, ты все правильно понял, сегодня я буду пранковать своих спящих друзей. Сейчас 2 часа ночи. Мы специально подготовили эту локацию для того, чтобы наблюдать за реакцией ребят, когда они будут просыпаться. Я думаю, что мы готовы, и давайте перейдем к первому пранку. Окей, let's go. Первый пранк я видел в ТикТоке. Посмотрите, как он выглядит. Это очень смешно. Вот мой лимон, Саня. Погнали. Вот наша камера ночного видения, которая будет все снимать. На 3-м этаже, я знаю, сейчас спит Коля. На 2-м Миша и Саня. А, и Леха. 4 человека, которые могут быть опранкованы. Пранков нам хватит. Я думаю, чтобы пранкануть с лимоном, нужно Леху. До сегодняшнего дня все пацаны 2 дня подряд работали, не засыпая. Сейчас они спят очень сильным сном. Прям как в ТикТоке. Я думал, он проснется, а он ни хрена не просыпается. Прям спит и спит дальше. Можно было баловаться так, мне кажется, часами. Он просто сморщенным лицом так спал. Это было смешно. Давайте действовать дальше. Мы с Саней долго думали, что ж такого противного ночью можно сделать. Согласитесь, когда над вашим ухом летает комар, это просто невероятно бесит. Так вот, что если AirPods включить на максимум громкости, положить рядышком и включить звук жужжания комара? Он будет думать, да откуда этот комар? Что это мешает постоянно? Вот наш комар, и погнали занесем его в кровать Сани-монтажника. Нам пришлось заклеить вот здесь скотчем датчик, чтобы она работала. Представляете, мы даже не знали, что здесь есть датчики. Все еще спит, не слышишь, Кирина? Это же Саня. Давай. Он тебя хотел поспать, Ты куда лежишь, смешно? А ты хлопнул дверь, когда я уходил? Да. Да. Что с ним происходит? Вон, я вижу наш наушник. Он может сейчас упасть. Он услышал комара, он пытается рукой сейчас закрыть. Мы видели он снова. Он очень смешной. Он вообще не понимает. Он запалил наш наушник. Отключаем звук. Он нашел нам. Мне кажется, он подумал, что это обычный наушник, потому что он его положил возле себя.
Я считаю, что у нас все получилось. Комар его достал и выбесил 100%. Я думаю, что можно переходить к следующему пранку. Только уже над Мишей. Одна маленькая просьба к вам. На канале 7 миллионов подписчиков. Это много, да. Но посмотрите, как мало осталось до 10 миллионов. Если увидеть всю шкалу подписчиков. Посмотрите, как мало. Если мы до конца этого года добьем 10 миллионов, я стану самым счастливым человеком на свете. Это 100%. Я и представить не мог, что у меня будет 7 миллионов. А 10 миллионов это просто разрыв шаблона. Но я знаю, кто может это устроить. Кто может разорвать мне лицо. Это вы можете сотворить настоящую историю, если просто нажмете на кнопочку подписаться. И мы дойдем до 10 миллионов. Я уверен, что при большом желании это можно сделать даже за один месяц. Да даже за одну неделю. Если прямо сейчас ты подпишешься на этот канал. Ух, как я в вас верю, ребята. Вы даже не представляете, как я в вас верю. Кнопочка внизу. Ну а мы погнали дальше. Ну а сейчас на кровати Миши мы разложим мышеловки. И только пусть он дернется. Сразу попадется, как маленькая хорошая крысенька. Ладно, погнали. Закрывай дверь. Я хочу на это посмотреть. Егор, это сложно, ты Илья. Что ты стоишь снизу? Это был пранк. Чувак, на мою ногу. Она синяя? Ну нет, кстати, не особо синяя. Вы что, охренели, что это боль, это ужасно. Такой вот был пранк. Ребят, это ночные пранки, брат. Ладно, не переживай. Все, закончилось, можешь ложиться спать. И не кричи, потому что нам нужно еще колена пугать. Он прям так дернулся. Но вы все сами видели. У нас получается все и идет по маслу. Я думаю, это заслуживает вашего лайка и подписочки на канал. Ну а сейчас Колян, который спит на третьем этаже, получит от нас тоже порцию пранка. Коля у нас чистюля. И именно для него мы подготовили самый грязный и противный пранк. Нам нужно сделать так, чтобы он упал в бассейн. Как мы это сделаем, мы уже придумали. Погнали. Мы возьмем шлепки Коли и приклеим их к полу. Поставим рядом возле кровати надувной бассейн и нальем туда жидкость с синим красителем. Когда он проснется, он обует шлепки, сделает шаг вперед и упадет в бассейн. Вот такой вот пранк. Саня, неси бассейн. Тяну, несет. Давай. Колян всегда ходит в шлепках по дому, потому что не хочет запачкать свои носочки. Клей взял. Все. Лёха, организатор уже все придумал. Это Саня. Короче, Саня, организатор уже все придумал. Он прикрутит шлепки к деревяшкам, шурупам. Это будет точно держаться. Супер. Ну, смотрите, держится. Встреть, пожалуйста, Саню. Он там не может зайти во двор. Не знаю, там ворота закрыты. Я думаю, что он ответственный человек. Он поможет Сане. Просыпайся. Чего он не просыпается? Проснулся. Алло, Колян, ты спишь? Ну, да. Это
Можешь, пожалуйста, встретить Саню? Он приехал только что со съемок. Мы ему надо ворота открыть, он ключ забыл. Пожалуйста. Просто он мне набрал, сейчас не в доме. Хорошо. Да. Только аккуратно, там на третьем этаже еще бассейн стоит. Не проткни его. Давай, сейчас скажу. Давай, давай. Смотри. Встает. И ему похрен на бассейн. Он оторвал шлепки от... Вы понимаете, он оторвал шлепки от деревяшки. Мне кажется, звенит. Колян, мы просто снимали пранк, и мы просто хотели посмотреть, какой ты мокрый. Ну, посмотрите, он мокрый достаточно сильно, но почему-то краска не взялась. Чуть-чуть синий. Коль, только это не бей нас, пожалуйста. Там офигенный видос сняли. Офигенный. Там такой кадр смачный. Какой ты сегодня, Коля? Я Коля, секси. Ребята, это достойно вашего лайка. Все опранкованы, но они точно не ожидают того, что через 2 часа будет вторая волна пранков. Для очередного пранка нам понадобятся сливки, вентилятор и перо. Поехали! Принцип простой. Мы поставим вентилятор с пером возле лица Миши и намажем руку взбитыми сливками. Когда вентилятор будет крутиться, перо будет щекотать ему лицо, и ему придется его почесать. Вторая волна пранков. Так смешно. Так круто, что у нас все получается. Я заметил, что мы стали настоящими профессионалами в пранках. Вы посмотрите, что мы придумали. Он должен почесать это рукой. 100%. И из-за того, что мы убрали пропеллер, вентилятор стал очень тихо работать. Нет. Блин, черт. Надежда только на эту руку. Черт, он не вымазал себе лицо. Он не вымазал себе лицо, черт. Он что-то сделал рукой, но не вымазал. Не, походу. Было! У него все волосы, просто все волосы. Он вообще ничего не понимает, какая-то херня. Рядом крутится, гудит. Кому-то вентилятор рядом. Что? Ложись спать, это был второй пранк. Это сливки, не переживай. Ну а сейчас мы заведем будильник, который будет очень сложно отключить. Мы пришьем Саню к кровати и поставим в другой конец комнаты колонку. Включим на максимум и включим самый отвратительный звук будильника, который он просто ненавидит. Звук сирены. Я подключился к колонке. Видите? Вы чё, черт, блин, у нас не получилось его пранкануть. Саня, все нормально, мы не успели тебя пришить. Мы хотели тебя пришить к кровати. Вы чё, травите, что? Ладно, все, брат, не злись, все будет хорошо. Мы снимаем классный видос, который обязательно тебе понравится. Вы прошили не, чёрты, кровати, вы чё? Блин, брат, прости, этот пранк был очень смешной. Никит, не снимай. Какого хрена ты проснулся? Ты вообще постоянно спишь, как убитый. Какого хрена? Так вы меня выбутузили вот так вот. Ты
колонку свою заберите, я по-любому буду тебя открывать, да? Мы только что потерпели поражение. Но ничего, у нас еще остался козырь в рукаве. Мы хотим сейчас пранкануть Леху и сделаем вид, будто мы секта. И сейчас берем его в жертвоприношение. Я звоню Коляну. Нужна тяжелая артиллерия, нужно больше людей. Алло. Алло. Колянчик, Колянчик, ты спишь? Ну да. Спускайся вниз, будем пранковать Леху. Вот этот человек, да, вот эта работоспособность. Каждую секунду готов работать. Это же клево. Башня. Да, вот эту руку вытаскиваешь, вот эту вытаскиваешь. Свечки держать люблю. Какая смешная игра. Посмотрите, 100%. Погнали, сильно. Я думаю, что мы делали все, что нужно. Леха опранкован, все пацаны сегодня опранкованы, и я думаю, что можно уже идти спать. Хватит видос снимать. Ну а вам я советую поставить этому видео лайк, подписаться на канал, написать приятный комментарий. Мы погнали снимать новое видео. Ну а пока, пока! А я вижу, ты не подписан. Жду на канал. Ну да. Просто спустись, там кнопка красная. Ты подпишись на мой канал, сделай это сам. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран. Подпишись на мой канал.